Уровень воды на реке Лени достиг 510 сантиметров. Об этом сообщили сегодня в мэрии столицы на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Известно, что подтоплены острова в сторону села Хатасы. На некоторых территориях вода настигла и заготовленное сено. Это 168 тонн на острове Мастыр. А в Тулагина затопило 50 тонн сена. В связи со сложной ситуацией по кормозаготовке пострадавшим хозяйствам комиссия решила возместить понесенный ущерб. Тем временем МЧС сообщает о том, что вода продолжает прибывать. Сейчас на реке происходит повышение воды. Несет хлам. Также затоплены острова песчаные. Возможно, и посадка, и во время движения маломерных судов на наезд на препятствие. Желательно соблюдать особую осторожность во время движения по реке.